Привет всем привет. Здравствуйте, друзья. Доброго вам времени суток, друзья. Всем привет. Ребят, сегодня будет вот такой вот небольшой обзорчик. Я купил себе новую игрушку. Ну, для себя, конечно же, и в какой-то степени для вас, потому что я сейчас покупаю вещи, которые интересны мне прежде всего для какой-то записи ASMR и для дальнейшего, так скажем, продвижения в этом и всякие интересные штуки. Я люблю очень технику, насколько вы знаете, и сегодня будет такой небольшой обзор вот такой вот штуки. Ребят, это Zoom. Все знают, что компания Zoom делает хорошие рекордеры. Да, хорошие рекордеры. Вот, что ж такое рекордер, да? Ну вот, непосредственно сейчас я записываюсь через микрофончики, которые подключены к рекордеру Zoom H4N Pro. Вот, и они подключены вот в такие вот XLR входы, да, то есть как бы специальные микрофонные входы есть на этом рекордере, и как бы с помощью него можно подключать эти микрофоны, да, логично. Также у него есть встроенный микрофон. Так вот, оказывается, компания Zoom также делает именно видеокамеры с функцией записи аудио отличного. То есть сейчас я держу в руках штуку, которая очень офигенски прям-таки записывает аудио. Вот, ну еще сюда типа встроили видеокамеру. А давайте начнем по порядку. Называется эта модель Zoom Q8, ну или Q8, да, Zoom Q8, вот она, Q8. Значит, хороша эта модель тем, что здесь есть отдельные встроенные как бы микрофончики, вот такие же, как на моем Zoom H4N. Но, друзья, смотрите, здесь также есть вот такой вот откидной экранчик, да, как у видеокамеры. Ну, логично, да, вот такой вот экранчик. Вот, видеокамера. И также здесь вот эти вот микрофоны, да, их можно вот так вот поднять. Смотрите, нажимаем кнопку, и они поднимаются вот так вот в положение ух. Вот они поднялись, и у нас вот такая вот типа мощная мизонная пушка, которой мы можем застрелить кого-нибудь, там пью. Ну, как бы там мы можем заснять какой-нибудь концерт, например, с помощью этих микрофонов, да, и камеры, то есть на широкий угол, да. Вот, также здесь есть штативная площадка специальная, в которую можно крутиться, поставить ее на штатив. Также этот экранчик является поворотным, можно делать шикарнейшие селфачи, да, какие-то съемки влогов и так далее. Вот. Не зря здесь прозвучала вот эта вот фраза про съемку влогов, да, потому что нет, и хочется что-нибудь такое поснимать. Вот, тем более вы давно меня спрашиваете и просите поснимать что-нибудь для вас. Возможно, в ASMR-формате, да, какие-нибудь небольшие влоги. Но я искал себе какое-то решение для этого и нашел вот такое вот комплексное решение, да, то есть это уже сразу камера, которая пишет видео с профессиональным звуком. А самый большой плюс, который я в ней вижу, я не любитель покупать бесполезные вещи, да, то есть я увидел, что она может мне заменить мой Zoom H4N, потому что здесь также есть, смотрите, такие же точно входы, да, XLR, то есть сюда можно также точно вставить микрофоны, которые подключены, как бы подключить сюда микрофоны, подать фантомное питание, и будет то же самое, что я сейчас делаю, то есть фактически мне сейчас не нужен, получается, мой Zoom H4N, вот, то есть эта штука его может заменить без проблем. А также здесь новые вот эти вот микрофончики, они как от Zoom H5, но если не ошибаюсь, да. Плюс здесь есть вот эта вот фишка, да, вот это вот нажимаем кнопки и вынимаем, то есть вот разъем такой же точно, как на Zoom H5, Zoom H6, да, вот эти вот платные микрофоны, которые можно менять насадки, да, можно менять насадки. Это круто, потому что сюда можно поставить, например, микрофон-пушку, вот эту здоровенную пушку. Я не знаю, правда, что с ней делать надо, но наверное, это круто. Вот, давайте обратно поставим.
как бы здесь также есть выход для наушников. Выход для наушников. Вход под зарядку. Да, под зарядку. Обычный штекер, как у брошки. И HDMI выход. HDMI. Вот, также здесь есть вот такие вот шикарные крутилочки, да, которыми можно регулировать наш гейн. Ну, то есть громкость, да, нашу громкость микрофончиков. То есть первая крутилочка, соответственно, регулирует громкость этого первого микрофончика. А вторая, соответственно, крутилочка регулирует, соответственно, второго громкость. Логично, правда? Логично. Вот, что еще здесь интересного есть? Можно также писать на 4 микрофончика, то есть на вот эти вот 2. И на вот эти подключать. То есть фактически у вас будет 4 микрофона. А для чего я ее покупал? А, ну, мне понравилось, что это какое-то комплексное решение. Плюс здесь поворотный экран. И я могу, например, всякие снимать штуки. Например, я снимал, заморачивался очень. Там я снимал с помощью GoPro-шки. Я ставил ее на штатив. Вот эту вот нарезку мыла, да. Там всякие вот эти вот обзоры, распаковки и так далее. Это очень удобно снимать будет на вот эту вот камеру. Потому что у нее большой угол обзора. Вот, и, значит, она пишет Full HD она пишет, я не скажу, что качество прям супер-пупер, то есть она пишет примерно как GoPro-шка, но даже не GoPro-шка, как китайская GoPro-шка, то есть качество у нее видео, ну, примерно на уровне какой-нибудь там 2013-2014 года, то есть, ну, телефоны сейчас лучше снимают, даже китайские, но здесь очень хороший звук. Да, и как бы мощные такие возможности, опять же, поворотный дисплей, возможность закрепить ее на штативе, да, вот, и можно с помощью нее какие-то снимать, опять же, анпакинги, то есть распаковки какие-то, не знаю, там, нарезки мыла, нарезки сала и так далее, вот, то есть это, прежде всего, такая какая-то походная камера, плюс какие-то, может быть, все-таки я буду делать влоги, я не знаю, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы, чтобы я делал какие-то влоги, или не хотели бы, каким форматом это делать, и стоит ли этого какой-то отдельный канал создавать, или это дело все публиковать на этом канале и так далее. Вот. Как я вижу это в следующем ключе, то есть у влогов каких-то ASMR, я имею в виду влогов, то есть не будет то, что там типа я там на концерте Рамштайн, да, типа у вас громкость там на полную и послушайте Рамштайн. Нет. То есть я хочу это сделать в формате какого-то некого ASMR, возможно, да, то есть какие-то, может быть, места, в которых неудобно там ставить камеру со штативом, ставить какие-то микрофоны там и так далее, расставлять. И, может быть, это будет интересно как бы сделать, я же говорю, там, например, ASMR где-нибудь в библиотеке в настоящей. Или ASMR в, ну, я не знаю, там, в машине, в где-то, в каких-то таких местах, в которых реально, ну, обычно его тяжело очень сделать, например. Да, если это, конечно, нужно и интересно. Вот. Но я люблю что-то новенькое пробовать. Я как бы не знаю. Люблю, нравится мне. Вот. Поэтому я вот купил такую вот штуку. Но прежде всего, опять же, она мне может заменить полностью мой Zoom H4n, который я теперь могу со спокойной совестью продать. Но пока еще не продаю, но возможно в будущем. Потому что здесь, в принципе, все те же фишки. Ну и еще она может работать как веб-камера. Она может работать как веб-камера. Я не знаю, еще не пробовал ее в этом плане. Но, возможно, она будет немножко лучше, чем моя веб-камера, которая у меня сейчас есть. Возможно. Может быть. Да, может быть. По крайней мере, здесь есть свой встроенный аккумулятор, который я могу заряжать и где-то ее брать с собой там на выезд куда-то. Интересно что-то снимать, какие-то интересные штуки. Вот, кроме того, можно просто использовать как какой-то диктофончик, да, вот такой вот стереомикрофон и так далее. Мне кажется, это интересная штукенция, вот. Ну и здесь сенсорный экран, вот, можно вот так вот она включается. Я сегодня ее немножко тестировал, немножко ее. То есть вот она включилась. А загорелась здесь, видите, такая зеленая лампочка, Вот, можете даже немножко посмотреть, да, немножко попробовать посмотреть на экран, если вам что-то будет видно. Вот, если, давайте наклоним экран, тут, конечно, как у видеорегистратора. Вот, то есть вот такая вот небольшая какая-то. Ну и он сенсорный, да, то есть можно там тоже всякие там настраивать уровни звука и вот этими крутилочками регулировать, да, вот это вот все дело. Вот, регулировать. По поводу, конечно,
качество встроенных микрофончиков, но они примерно похожи на качество микрофончиков от Zoom H4N. Вот, может быть, немножко меньше шума в них. Вот, опять же, посмотрим, будет видно. Но плюс, опять же, в том, что сюда можно докупить, поменять какие-то другие микрофоны, поставить поинтереснее из того спектра, который предлагает фирма Zoom. Да. Я на самом деле даже не знал, что они делают такие какие-то штуки, рекордеры, которые кроме аудио записывают еще видео. Оказывается, такие штуки есть, они очень универсальные. Вот, но я считаю, что качество видео у них реально хромает, потому что вот эта вот камера, она пишет типа 2К, то есть больше, чем Full HD. Не намного, но больше. То есть там 3 мегапикселя типа камера. Вот, и значит, да, тут стоит объектив 16,6 мм с светосилой 2.0. То есть где-то он кроет 160, по-моему, градусов, если не ошибаюсь. Вот, но как бы качество у него вечером, ну, такое себе, как я не знаю, как на старый мобильный телефон. Ну, от нём, в принципе, более-менее такое, удовлетворительное. То есть она больше заточена на звук. Но за такие деньги, которые её как бы продают, качество видео могло бы быть и получше. Вот, но как бы я техноман, поэтому мне было очень интересно, например, посмотреть на этот агрегат, да, на этот прибор. Вот, и я не смог удержаться, чтобы его приобрести. Не смог. Ну, симпатичная такая штучка, согласна. Вот, ну, конечно, буду продолжать вас радовать какими-то интересными ролевыми играми и разными форматами. Вот, я сейчас работаю над интересной ролевой игрой, потому что я в себе внезапно, да, открыл великого видеооператора. И теперь хожу, тренируюсь, я себе купил. Опять же, может быть, я сделал на него небольшой обзор. Если нужно, напишите, если хотите, чтобы я сделал. Купил себе стабилизатор электронный, который называется Jiun Crane. Вот. Он очень круто, он прям стабилизирует очень круто картинку, если прямо с камеры снимать. Вот. Ко мне наконец приехал мониторчик мой из Китая, вот этот вот, который я заказывал для GoPro-шки. Вот, обзор на него я тоже сделаю, но попозже, наверное, потому что я не успеваю. Все не успеваю, ребят. Вот, и как бы под этот замечательный звук воды я хочу закончить это видео. Вот, спасибо большое, что досмотрели. Надеюсь, что это было информативное видео для вас, интересное в каком-то роде. Вот, может быть, немножечко не так оно вас должно было успокоить там и так далее, расслабить, но тем не менее это было более, наверное, такое познавательное видео. Ну что ж, друзья, я вам желаю побольше хорошего настроения и всего-всего самого наилучшего. С наступающими вас праздниками всем!